Sleep.
Помню я это время. Загадочные 30-е. Веселые кошачьи выгляни пацанов. Скрипание вечно зеленых девочек. Но наш журнал был создан гораздо позже. Это были загадочные 80-е. Помню, ходили мы по берегу Васильевского с молодым многообещающим парнем. Как его звали? Андрюша, Андрюша. У него еще есть произведение на дне. Там слова такие. Мы бьем до дна за тех, кто в море. Не помню. Я ему еще строчки такие посвятила, да? Дай Бог память. Меня в постели вашей укачал. Вы словно океан. Меня тошнит. И так далее. Именно он и посоветовал заняться мне издательской деятельностью. Я, говорит, Аглаюшка, это про меня. Я, говорит, Аглаюшка, как разбогатею, поваром стану. Надоели, говорит, мне эти стихи. Яичницу хочу жарить, картошку печь. Назову, говорит, свой журнал «Аппетит». Ну, а ты бутерброд хотя бы. Это потом уже название его извратили, перевернули. Так и пошел по жизни. А вообще до сих пор он ведет обычный партизанский образ жизни, как и поется в следующей песне моей самой любимой группы «Дель Канари», что в переводе означает «страстные, весенние, сексуальные канарейки». Ко мне! Поем всем хором. Ой, 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 ой.
Ты, говорит, ну-ка, что знаешь? Спонсор журнал. Вообще я знаю джиу-джитсу, самбо, айкидо и много еще разных страшных слов. Слова забыл. Девчонка? Вот. Ты, говорят, стихи почитай, которые для тебя писали. Ну, в смысле, по заказу. Парень один с первой алматы. Из цикла «Бытовуха». Особливо мне нравится. Залезаю в старый шкаф, замираю. Вот стою и, кажется, умираю. Если дверцу все ж закрыть, но не плотно, в щель струится слабый свет подворотный. Эх, затянуть свой лучший галстук и повеситься. Пережил я все, что мог, заневестился. Теща дверцу приоткроет, испугается. Глядишь, падла языком и подавится. Я чувствую, что деньги были выброшены не зря. А вообще, для меня нет вопроса, где сюжеты брать. Вот, например, вчера случай был. Лежим мы в особняке с женой, по-моему, в правый бок толкала. Значит, жена, если в левый, то Ленка, секретарша потом. И вот полчетвертого ночи толкает меня в правый бок. Ну, я просыпаюсь, понять ничего не могу. А она мне долдонит, там, говорит, кто-то лезет. Я говорю, подожди до утра, разберемся. И знаете, что она мне говорит? Ну тогда пойди и хотя бы разбуди своего добермана. Что касается следующей песни, она, как здесь написано, появилась целиком и полностью благодаря моему, в смысле, нашему журналу. Итак, все реже солнца луч мерцал в исполнении несравненного Пелла и группы «Барокко». Туман страсти безмерный, Борис.
дорогие друзья, я думаю, у нас мерцать не будет солнышко, оно будет светить все время с такими вашими добрыми улыбками. Единственное, у нас Леонид Ильич, я по секрету скажу, с утра объелся салату без ног. Ошибка сапера называется. Ну и не обращайте внимания. Дорогие друзья, я хочу вам сообщить, что сейчас к нам на эту сцену выйдет прекрасный образ загнивающего Запада. Мадонна! Что? Мадонна! Мадонна! Товарищи, помогите, пожалуйста. Ну, бывают люди озабоченные. Сейчас выйдет прекрасный образ. Меня перебили, извините. Прекрасный образ загнивающего Запада. Как это сказать, я не знаю, но это прекрасная женщина, которая американка. Ну, американская, простирающая своей известностью даже на Европу. Это Моника Левинский. Встречайте, пожалуйста. Как тебя разнесло, я думаю, тебя заклинило блином. Good morning, ladies and gentlemen. I'm very glad to see you in this great hall. And it's so beautiful. Знаете, я по-английски не говорю, поэтому я буду говорить по-английски. Interesting. Вот, она говорит: добрый вечер, товарищи крестьяне, рабочие, интеллигенция. In this great moment, I want to say you that it was beautiful people, beautiful Моника people. Говорит, что прибыла к нам по обману с опытом. И после концерта она может продемонстрировать вам различные позиции, ответит на все ваши вопросы. And only a few questions you want to say. Да, действительно, я хочу ей задать вопрос. Моника, скажите, а какие у вас планы на будущее? It's very great plans. In our city, in our country, we have president. And your president. Новый президент, новая метла, новые впечатления, понимаете? Я понимаю, действительно. Знаете, я хотел бы быть вашим президентом, но у меня... With great pleasure. Но у меня уже упал рейтинг в нашей стране, не то что мой. So sweet. It's very great. А теперь, Моника, я хотел бы спросить вопрос, который все время меня волнует, вот до сих пор и ежечасно. Так кто есть ху? It's interesting question. Who is... А, ну я так и знал. Спасибо. До свидания. One kiss from... До свидания. Идите на хаус. До свидания. Вот такие у нас люди освещают. Дорогие друзья, вот сейчас буквально за кулисами у меня родился экспромт. Кто же родился? Родился там. Сейчас. Монтаж. Вы знаете, я приблизился к состоянию близкому и далекому. И родился экспромт. Когда мы вместе соберемся, для нас нет ни печали, ни тоски. Ведь хорошо друзьям живется, когда не хочется грустить. Когда вокруг так много света, от ваших добрых, нежных глаз. И мы вас любим всех за это, за то, что слушаете нас. Пусть в вашей жизни будет больше друзей, походов и любви. И улыбайтесь вы подольше, улыбкой можно жизнь продлить. Не надо много хлопать, лучше деньгами, пожалуйста. А сейчас я хотел бы предложить вам песню, которая так и называется «Старый верный друг». Итак, встречайте, группа «Барокко» с песней «Старый верный друг». Музыка.
сердце и тешишь рост. Знай, что где-то есть на свете старый верный друг. Вспомни про него, и вся тоска исчезнет вдруг. Старый верный друг, ему не важен твой карман, он исцелит тебя от всех душевных ран. Большой тираж нашего журнала, он нашел свое место и в личной библиотеке Макаревича, и в личной библиотеке Игоря Иртеньева, также в фонде Сороса. Сорос, правда, еще не был моим наставником, к моему сожалению. К сожалению, нашел свое место в Пушкинской библиотеке города Алматы. И уже не станет им, потому что Пушкинскую библиотеку переименовали именно в год празднования. Ну и слава Богу. Но нашим авторам не чуже, так сказать, обращение к каналу. История, я хотела сказать. И этому служит наш молодой автор, так сказать, наш веселый повеса Антип Никольский. Антипушка, вообще-то так симптоматично, а Антип, а Аглая. Он нам прочтет свое произведение на классическую пушкинскую тему. Антип! Не стесняйся, милый. Здрасте. Любитель праздных развлечений я был когда-то, но сейчас померк во мне веселье гений и раб унылых настроений. Я вновь грущу, грущу о вас. Когда бы в тесном дилижансе я, проезжая ваш лицей, увидеть мог сквозь сумрак дней среди сограждан имущих ту пару ножек даль бегущих. Лекарства для души своей иного б я не пожелал.
На мне прописан ювенал. Душка. Ножки имелись в виду мои. А вот еще одно обращение к великому и святому. Дуэт гитаристов Фаима и Джулиана. Композиция под загадочным названием «Фолия». Похлопайте, они это любят. Что-то сочиняете. Значит, «Фолия» — это примерно испанское произведение 1640-х годов. В свое время композиторы Луис Милан, Гаспар Санс, они писали для любви. Вот примерно я написал это произведение, громко, конечно, сказано, как я понимаю испанские произведения этих годов. Скажу, молодежь, она только сейчас
а я уже давно освоил пирсинг. Кстати, товарищ Коба, вы не могли бы мне помочь сделать новую дырку? Пожалуйста, я раньше в таких, как ты, столько дырок понабил. Итак, следующим номером нашей программы А. Хилл. Балда. А. Хилл. Баллада о королеве и шуте. Аплодисменты, пожалуйста. Спасибо. А теперь для исполнителя. Вы не поверите, меня опять к вам послали. Типа, говорит, иди пошучи. Я шучить буду. Количество номеров журнала можно пересчитать по пальцам одной руки. Даже если один из пальцев вас отрезали чеченцы. Это шутка. А вообще, говорят, про журнал расскажи. Вот у них тут есть рубрика такая, изречение великих. Очень пользительно. Я некоторые
зачитаю. Родись я на столетие позже, кто знает, может быть, занялся изготовлением париков. Винету сына чучуда. А вот это мне особенно близко, да? Мой знакомый по алмате. Самое главное, не забыть вовремя сказать крэкс-пэкс-пэкс. Смогулов. В детстве моя мама часто рассказывала мне сказку о том, что где-то там, далеко-далеко на востоке, живут добрые люди, корейцы, Чиполлино. Словом револьвером можем добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом Аль Капоне. Это он, наш пацан. Говорят, в Египте когда-то давным-давно кошек обожествляли. Я этому не верю. Бэтмен. Ну, бог с ним, с мышами. Вернемся к нашим баранам. На сцене песня «Потусторонний джаз» в исполнении Бурбарока. По-моему, он уже был. Раз, два, быр, якорь, ушторт. Как дети на сцене. Видеть вас одно удовольствие, не видеть другое.
Скакун ты был, скакун остался. Ну а сейчас пора послушать хорошую, правильную песню. И пусть мухи с тысячи лошадей мне сядут под мышки зимой обманывай. Бескрайние просторы, далекие дороги, хорошая тройка, хорошо. И сейчас прозвучит хорошая песня по названию «Тройка» в исполнении барокко. Встречайте, группа барокко. Недавно мой личный психолог рассказал. Жила-была семья, и в этой семье была маленькая слепая девочка. Такая нудная, как посадит ее за стул. А давай ныть. Ой, вы мне положили мало. Вы пользуетесь тем, что я слепая. Вы обижаете меня. Ну что ж делать, родители мучаются. Пошли к психологу. Тот говорит, ну наварите ей ведро пельменей. Ее же убить можно, блин. Она покушать спокойно не дает. Варят ей ведро пельмени, вываривают тазик, сажают за стол. Она притягивает пельмени, щупает, щупает. Я представляю, сколько вы себе положили. А я вообще-то вегетарианец. Но это не потому, что я животных люблю.
Я просто растения ненавижу. Ой. Скучно мне на этом вечере. Никто приколов не рассказывает. Тоска. Ну что ж, касается следующего выступления, то это не анекдот. Поручик Ржевский. С песней уходит грусть. Но она действительно уходит вместе со мной. На берег, а за зимой весна плывет в зеленых конопушках, и сдует ветер перемен, хвост накопившихся проблем, умоет мартовским дождем мою издерганную душу. Уходит грусть, пойду по улице пройдусь, повезет то и влюблю красавицу девчонку, и может быть бокал вина согреет сердце, и луна шепнет мне, что слегка вина тряхну изящной челкой. Как хорошо, что можно петь по лужам, сопочем лететь, во все глаза на все смотреть, любить с кем ты дружишь. Как хорошо знать, что ты есть, и на обед есть, что поесть, и все, что надо, тоже есть. И что кому-то нужен, уходит грусть. Пойду по улице пройдусь, а повезет домой верну с красавицей девчонкой, и может быть бокал вина согреет сердце, и луна шепнет мне, что слегка вина тряхну изящной челкой. Скрябала снежинками по палатке, и меня немножко, в общем-то, убаюкало. И родились следующие слова и следующая мелодия. Я снова в пути, и я не один. Я счастлив и полон надежды. С этим перевалом я должен найти тот вальс, что мне снится, весь в белых одеждах. Вибрамы скрипят, поземками тет,
А наша команда упрямо идет, и путь нам назад отрезает. Метель снежным вальсом следы заметает. Ах, этот вальс на леднике, в объятиях ночи, на крыльях музыки летел, как мотылечек. Поставить и чай разогреть, но примус от ветра не хочет гореть, а снег лагерь наш засыпает, и белым ковром все вокруг накрывает. Метель все поет и вальсом кружит, и наша палатка от ветра дрожит, а снег наяву я не знаю. Хозяйку тех мест я на вас приглашаю. Ах, этот вальс на леднике, в объятиях ночи, на крыльях музыки летел, как мотылечек. В дуплях из льдинок и в пальто, из горностая, выпал в душу мне, но не растаял, не растаял. Береза сломалась, но нашлось другое дерево. Горбачев залез на дуб, Ельцин знал об этом. Дунул ветер перемен, Миша был с приветом. Новое дерево подошло. Потом уже, значит, сидел Ельцин на дубу, дуб совсем не гнулся. Посмотри, товарищ Путин, Путин улыбнулся. И вот это
Продолжение всегда следует. Единственное, поменялось дерево, наверное, из Запада, наверное, привезли какое-то. Хотя дуб, в общем-то, тоже наш. Сидит Путин на дубу. Тоже дуб не гнется. Мы посмотрим всем народам, чем все обернется. С новосельем, товарищ Путин. Итак, песня «Новосела» в исполнении группы «Барокко». Раз, два, три, четыре. А мы поговорим просто о любви, об этом чистом, красивом чувстве, которому посвящено немало страниц в нашем журнале.
Помню своего возлюбленного Володю Маяковского. Сколько стихов посвятил он мне. Вот есть строчка, не вошедшая в его сочинение. Твои улыбки, чувственный оскал, меня не раз умышленно ласкал. А вообще мужчина наш частенько не понимает. Так и хочется иногда расцарапать их маленькие самодовольные рожицы. Но у нас есть некоторые поэтессы, которые посвящают себя исключительно женскому жанру. Вот одно из следующих стихотворений именно этому и посвящено. Аленька, иди сюда, лапонька. Насколько мне по силам, на вкус твой непростой, должна быть красивой и чуточку святой. Свободу, как нирвану, должна лелеять я. Все это очень странно, да Бог тебе судья. Из всех быть самой умной, когда ты так решишь, и радостной, и шумной, когда ты разрешишь. Вести себя примерно, всю жизнь тебя любить, все это чрезмерно, ну ладно. Так и быть. Запомни все сначала, попробуй одна. А я-то и не знала, как много я должна стирать твои рубашки, иметь свое лицо, ну и не быть монашкой, в конце-то уж концов. Была бы я такой, такой бы я была, как думаешь, с тобою, тогда бы я жила. Спасибо. Я рад, что вам понравилось. Итак, следующая песня на ту же самую лирическую песню. И опять же в исполнении незабвенной группы канарских каурдаков, что в переводе означает «молодые канарские не девочки». Thank you.
да. Ну, хочет. Вот. А вот в Баракузине совсем не так, вы знаете. Мы действительно, когда поем и танцуем, да, ночь приходит намного быстрее. Конец ее. Вот. И поэтому. Маме не понравилось, ну что я делаю. Вот. И сейчас для вас прозвучит очень серьезная песня, которая так и говорится. Не надо расстраиваться, товарищи. Она называется «Что ты плачешь со временем?». И, кстати, она написана нашим русскоязычным казахским поэтом, который живет в Канаде. Это товарищ Кинжеев. Может, вы слышали о нем. Вот. А музыку написал Павел Стабрамбел. Итак, встречайте, группа «Барокко» с песней «Что ты плачешь со временем?». Если б я был великаном, то огромная скала мне показалась тараканом,
соскользнувшим со стола. Если б я был великаном Бутаковский водопад, я бы спутал со стаканом, где бормочет лимонад. Как Тарзан я был бы ловким и большим, как бегемот. Я поймал соседа Вовку и ногою дал в живот. Классно, да? Спасибо, спасибо. Ну а следующая песня называется обыденно «Пароход». Не Агутин, не. И не Утесов. Челентаны типа. Больше любить Родину.
Надо, чтобы народ повернулся лицом к женщине. А, это как новый лозунг. Народ и женщина едины. Едины, как группа барокко с песней «Ты мне нужна». Также говорит, когда я ему клизму ставит.
А сейчас настает разговор о путешествиях. Вообще наш братка застанет путешествовать любит. Где его только не встретишь. И на Мальте, и на Канарейке. Вы думаете, где я этих-то пивунов-то подобрал? Ужас. Все там же. В Арктике. Но не считая Петропавловской Астаны. Везде наш братка застанется. Кстати, случай из жизни. Вот недавно по делам в Астане был. Встретил тоже братана была. Поехали отдыхать на природу. Сидим, хорошо. Шашлыки, вино, девушки. Я его спрашиваю, Була, братан, ты не знаешь, как эту реку-то здесь называют? Он говорит, ай, Бала, откуда я знаю, как ее здесь называют? У нас она называется Большая Алматинка. Что касается путешествий, в журнале тоже места уделяется довольно много. Вот следующее, например, стихотворение, которое нам прочтет. Тоже неплохой пацан. Посвящено именно этому. Ну-ка, выйди сюда, братан. Не менжусь. Стою я на Босфоре, казахский гражданин. Я, по примеру многих, свободен от штанин. Вода о берег бьется. В кишке рычит хоть док. Турецкая девчонка почесывает бок. Спешит куда-то танкер с какой-то ерундой. Рыбак в консервной банке сражается с волной. Штыками минареты Софию сторожат. И древние секреты в развалинах лежат. Не уловлю я что-то, куда же все бегут? И где же здесь Европа и Азия где тут? А сам я европеец или, может, азиат? Какой мне ближе берег? И кто мне будет рад? Стою я в думе вечной на Рубиконе дня и чувствую, как плещет Босфор внутри меня. Ничего, мужик, еще одна путевка в Турцию с меня. Ну, а сейчас наступают опять все те же и опять все оттуда же. Песня «Румба дель Канария» с островов, что в переводе означает «Видимо, облизлые канарейки». Англичане на нас глядя, с ним потом подрывались. А вот я англичанин.
печали, холодный пиво погнелялись. А вот как горах очень жарко, когда же кактусы цветут, стеклянный водку добывают, ее текилою зовут. Здесь как водку превращают, ну что текилою зовут. А на Канарах все гуляют, а там веселье без конца. Поет испанская гитара, ведь тут веселая пора. Пока ты рот свой раздеваешь, тебе карман залезет в пот. А там экскурсии идут, там несходневные театры, невидимости поют, и мясо жарят под вулканом, и гитарянцы даже жрут. Когда в Европе снегопады, ты на Канары приезжай, бери с собой друзей гитару, забывай, теплом здесь дышат океаны, и здесь есть за цветущий рай. Сейчас прозвучит песня для вас, дорогие друзья, в исполнении группы «Барокко» «За тобой». И на встречу группа «Барокко». Стороной на перекрестке всех дорог.
Ну вот, наконец-то мы приближаемся к последней остановке нашего вечера. Пришло время подвести итоги. И я решил ответить на несколько вопросов, которые мы получили из зала. Выберем тройку, наверное, из них. Итак, первый вопрос. Какие перспективы развития вашего журнала? А вам какое дело? Вопрос второй. О чем ваш журнал? Да ни о чем. И, наконец, третий вопрос. Он мне наиболее нравится. Где можно подписаться на ваш журнал? А я откуда знаю? А теперь перейдем к розыгрышу подшивки журнала на бету. Я думаю, много времени он не займет. Вечеры мы вас все будем ждать. А пока одна из финальных песен «Барракуды» — добрых, нежных и ласковых. Смотрите на нас и запоминайте. Выходите. Я устал от суеты.
одну палатку, и один спальник, и один носок. До глубины носка люблю тебя, я ЦСКА. Я хочу выразить благодарность за то, что мы имеем возможность посещать такие мероприятия. И в свою очередь приглашаю вас на концерт, который ежегодно проводится с 1 по 10 мая, в ночь с 1 по 10 мая, на Ирине. Солнце встает над рекой Хуанхэ, китайцы по полю идут. Народную песню поют. Уня, 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 уня. Солнце встает над рекой Хуанхэ, китайцы по полю бегут. О, две сосиски зажав в кулаке, народную песню поют. Солнце встает над рекой Хуанхэ, китайцы по полю ползут. Три гранаты зажав в кулаке, народную песню поют. И от Таги до британских морей Красная армия всех сильней растет. Уня-ня, 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 уня-ня. Ну что ж, друзья, это были армейцы, но сейчас выступят люди вполне гражданские. Мужики на поле рожь с утра косили, а сейчас играет Александр Силин. Песня далеко не такая веселая. Случайный пассажир. Ласк своих дарю, писал признание в стихах. Медам я вас боготворил, купал в шимпанском цветах. Я стал транжирой странжир, а вы твердили вновь и вновь, что я случайный пассажир в такси с названием «Любовь». Вся ваша нежность суета, все ваши чувства миражи, мечта прекрасна и чиста, а я напрасно трачу жизнь. Открыть секрет последней лжи, иное сердце вновь и вновь, а я случайный пассажир в такси с названием «Любовь». Там в полумраке полусвет, и полон мир полутонов, и снов моих полночный бред, и пробуждение от снов. Струна затертая до дыр волнует душу, греет кровь, а я случайный пассажир в такси с названием «Любовь». А я случайный пассажир в такси с названием «Любовь». А я случайный. Друзья, к сожалению, наш концерт подходит к концу. Я хотел бы поблагодарить передачу «Ветер странствий» и видеостудию «Paramonov Pictures», которая сейчас находится в зале и работает вместе с нами. Спасибо за поддержку техническую. Нам нравится 31 канал, на котором выходит эта передача. Жалко, что они уволили
Татьяну Дельцову, но это не их вина. Если у Татьяны будут проблемы, можем принять ее в альтернативный выпуск новостей, вести в журнале Дерплитуб. Но в заключение хочу вам сказать, что чтобы вы жили каждую минуту, не думали о плохом, и я думаю, все будет хорошо у нас. И заключительное слово, как это и должно быть в нашей жизни, должны сказать генеральные секретари. Сейчас я вызываю наше пол-литр бюро. Сказать хочу Леониду Ильичу с Горбачевым пару фраз, чтоб не забивали нас. С чувством глубокого удовлетворения. Хочу вам счастья, долгих лет. Извина. Мы кончаем выступать. Все пока. С приветом. «Барракуда» приглашает всех на необыкновенный концерт, посвященный новому выпуску альтернативного журнала «Дерблитуб». Вас ждет встреча с авторами самого неизвестного литературного журнала и новыми песнями туристического клуба «Барракуда». В программе принимают участие группа «Барокко», поручик Ржевский, Фаим и Джулиан, Аглая Фри, а также группа «Конкиста дель Канария». Этот уникальный джем-сейшн состоится в Доме ученых 15 апреля, начало в 19:00. Среди приглашенных гостей Насер Кульсариев, группы «Мотороллер» и «Северный ветер». Спонсорская поддержка Ассоциация «Инвалиды Парнаса». «Барракуда Джем» — это шоу для тех, кто ходит по краю.